Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас на нашем уже традиционном регулярном концерте в любимом клубе, резидентами которого мы являемся. И для нас это очень радостно. Это действительно самая наша главная площадка, где у нас настолько стабильные и регулярные концерты. У нас будет, правда, потом небольшой перерыв, но об этом позже. Ну а сегодня мы нашим традиционным составом на этой сцене. Конечно же, я вначале должен представить вам всех замечательных музыкантов, которые рядом со мной. Это, как всегда, Петр Ившин, барабаны. Виктор Шестак, контрабас. Мы хотим сегодня начать с пьесы, с которой достаточно часто решили в последнее время начинать наши концерты. Ну и наш альбом «Reflection», «Отражение», начинается с этой композиции. Композиция называется «Непостоянство». Вот сейчас мы несколько дней назад были в Голландии, играли на фестивале, и мне приходилось перед каждой пьесой пытаться объяснить ее значение немножко такой более упрощенной форме, потому что на английском языке. И я вот перед этой вещью как-то интуитивно рассказал, что эта композиция о времени. Просто отношении времени, о нестабильности этого понятия, об вообще его относительности. И потом я понял, что вот мне вот так как-то на английском языке примитивно, но удалось сформулировать суть, о чем эта музыка. Пьеса называется «Непостоянство». Thank you.
Большое спасибо. Сейчас мы хотим сыграть пьесу, вот еще нигде не записанную, но уже несколько последних концертов мы ее решили играть, собственно говоря, потому что ее сделали. И эта композиция носит немножко такое, в общем, философское название, хотя очень простым словом. Пьеса называется «Дом». Но я иногда рассказываю, что дом, конечно, в понимании таком несколько внутреннем, таком метафизическом, что ли, о том месте внутри своей души, где мы, в общем, хотим оказаться или оказываемся в состоянии, ну, какого-то душевного комфорта, безопасности и большого спокойствия. И пьеса называется поэтому именно вот так вот «Дом». Thank you.
Петр Ившин, барабаны. Виктор Шестак, контрабас. Причем контрабас новый. А, мы сейчас хотим сыграть прелюдию номер 4 с нашего альбома. Давненько мы ее не играли. И иногда мы как-то ее играем в качестве прелюдии вообще к концерту. Ну вот сейчас в этом месте она показалась нам уместным. У нас на нашем альбоме «Reflection», который, кстати, у меня. Меня сегодня подходили, спрашивали, есть ли пластинки. Да, они есть у меня, и мы с удовольствием вам что-то на них напишем потом. Так вот, у нас на этом альбоме вошло две прелюдии. Не надо думать, что их много, их всего 4. И сейчас как раз прозвучит прелюдия номер 4. Если вы думаете, что человек, который нам дал воду, это человек, который разносит воду в этом клубе, это не так. Это четвертый участник нашего коллектива, наш любимый звукорежиссер Алексей Белов. Thank you.
Большое спасибо. Ну, а сейчас наша масштабная пьеса, которая тоже пока не записана, но все будет скоро. Композиция, которая называется «Харизма».
Большое спасибо. Не устаю вам представлять моих больших-больших музыкантов. Виктор Шестак, контрабас. Петр Ившин, барабаны. Именно вот с этими людьми уже у нас много лет совместно получается вся вот эта музыка. Спасибо. Ну, сейчас мы сыграем пьесу, которая, мне кажется, как нельзя, кстати, подходит по настроению к сегодняшней погоде, которая творится в нашем городе. Наш сингл, который вышел чуть больше года назад, «Январь».
Большое спасибо. Ну, мы сейчас уже будем двигаться к завершению нашего сегодняшнего концерта, но будем двигаться очень постепенно и плавно. Поэтому сыграем две большие, небольшие, вернее, а разные, я бы сказал, пьесы, объединенные, в общем, в один блок. Мы решили сегодня вспомнить нашу еще одну прелюдию с альбома. Это наша фа-минорная прелюдия номер 3. Мы ее сыграем в качестве нашей пьесы, которая, наверное, больше подходит к сегодняшнему дню. Она называется «Август». Thank you.
Петр Ившин, барабаны. Виктор Шестак, контрабас. Меня зовут Дмитрий Лугдин. Thank you.
Спасибо вам огромное, друзья. Нам было очень и очень приятно играть для вас. Виктор Шестак, Петр Ишин, Дмитрий Лугдин. Ждем вас всегда и всегда на наших концертах. Подписывайтесь, мы все анонсируем, все рассказываем. Спасибо вам большое.